Так, ребят, смотрите, где я заспавнился. Довольно-таки интересное место. И давайте сейчас залутаем вот эту... Алым было. Градус! Это что такое? Это мое новое племя, Рэм. Я живу теперь в джунглях вместе с этими чудиками. Смотри, что я имею. Алым было. Помогите! Присоединяйся к моему племени, Алым было. Подожди, стоп, что это такое? Кто это? Подожди, стоп, дай секунду, дай я вслушаю, что они говорят. Мне кажется, или... Они обсуждают, как мы ели сегодня шаурму. What the fuck, градус? Это что за язык, ты мне можешь объяснить? Этого даже языка не существует. Это язык майнкрафтеров. А, понятненько. Ты что, не знал? Зачем ты меня ударил? Они меня теперь хотят убить! Они меня кидают ядовитые стрелы! Градус, зачем? Мои милые детки. Классное начало ролика, блин. Градус, вопрос, где ты их нашел? Господи, меня не было в этом мире всего лишь один день, и Градус уже нашел себе каких-то этих аборигенов. Короче, в этой пирамиде я нашел чудо-маску желтоликих ликосолнцев. И теперь твое племя называется Алым-Буве. Алым-Буве. Градус, это что еще за глупая маска? Я такую тоже хочу. Нет, ты еще не достоин, возьми пока что это. Окей, надеваю и... Теперь у тебя огромный нос. Знаешь, что с этой маской я могу сделать? А? Somebody wants told me. Блин, не хватает просто двери какой-нибудь. Ладно, я сниму это. Кстати, она дает мне прыгучесть, это прикольненько. А может не снимать все-таки? Да, прыгучесть все-таки лишней не бывает, да? Ладно, побегаем с этой маской, почему бы и нет? Господи, что это за дом? Ладно, ребят, очень интересное начало ролика у нас. Поставьте лайк за такое начало ролика, потому что я уверен, тебя оно немножечко хоть но развеселило. Поэтому, чувак, давай, на счет 3. Раз, ставь лайк. 2. 3. Все, я в тебя верю, молодец. Ты по... Те, кто не подпишется на канал Рэма, мы не примем свое племя. Алым-Буве. Рэм в теме. А, боже, меня уже бесят эти аборигены, но все-таки, ребята, если вам они показались прикольненькими и хотели бы, чтобы мы сняли с Градусом ролик про них, то... Ну, давайте наберем под этим видосиком, например, 5000 лайков. Я думаю, это вполне выполнимо. И тогда мы запишем данный мод на канале у Градуса. Алым-Буве. Видите, ему, мне кажется, ему нравится. Алым-Буве. Я туда был уже немножечко там пропитание. Давай все-таки уже наконец-таки зайдем в эту деревню и посмотрим, что тут у них есть в кузнице. Привет, житель. Ну, к чем торгуешь? А, понятненько. Опа. Зачарование. Удача. Стоп, подождите, что? Что? Градус, ты когда-нибудь видел лопату на удачу 2? Алым-Буве. Это что, получается, вместо одной грязи мне будет выпадать целых две? Да нафиг оно мне надо? У нас будет свой салон красоты, в котором мы будем обмазываться грязью, как будто свиньи. Пумба, так ты и есть свинья? Симба. Помни. Сас. Алым-Буве. Ладно, кузница, нет, да и фиг с вами. У меня есть целая вот эта вот пирамидка. Сейчас мы ее тоже залутаем. Так, падаем и... Ой, я умираю. Ну, конечно. Гений на Райме. Райм, как твои успехи? А, да я... Сейчас, блин, чихну. А, нет, не чихну. Фу, ненавижу это чувство. Так, что у нас тут в сундуках? Опа, ну, по стандарту изумрудики, золото. Где алмазики? Вот что это за лут такой? Понимаю. Так, ладно, и бич членистоногих. Окей. Райм, ты скоро там выбираешься? А, косточку заберу, и да, вот выбираюсь. Блин, только у меня нет блоков. Скинь мне, пожалуйста, пару блоков. Райм, я могу скинуть себя к тебе! Ой. Ты дурачок! Градус, зачем? Градус. Что, Райм Кекович? Я тебе говорил, что ты хороший человек? Нет. Ну и правильно делал. Градус, надеюсь, боги Майнкрафта тебя за это покарают, потому что, господи, я нашел заговор огня, думал, сейчас зачарую какой-нибудь себе меч, там найду железко, зачарую его, буду самым крутым, но нет. Градус мне все испортил. Райм Кекович! Чего? У меня для тебя новости. Я стал овечкой. Чего? А, что, медведь? А, Градус, это ты? Да, хрю. Боги Майнкрафта, когда я просил покарать Градуса, это не значит, что надо было делать его милым пушистым медвежонком. А теперь, когда я тебя укушу, я заражу тебя медвежьей болезнью, и ты станешь таким же, как и я. Чего? А-а-а! Ты офигел! А, теперь я маленький медвежонок. А я миленький, кстати. Мне порой кажется, что тебе просто нравится орать. Вообще-то да. У нас стало больше хп и... Градус, вот что может быть лучше, чем белый медведь в пустыне? Белый медведь в зимнем биоме. Кстати, насчет зимнего биома. Если мы стали маленькими медвежатами, то, скорее всего, мы сможем стать большими только в зимнем биоме, потому что, ну, блин, как белый медведь вырастет вот в пустыне, вот в такой вот? Да молча вырастет. Знаешь, что нужно для медведя? Есть рыбу и ягоды. Вот тогда... А,
еще и мед. Но поскольку в этой версии Майнкрафта нет меда, мы должны есть с тобой рыбу и ягоды. В этой версии тоже ягод нету. Мы должны с тобой есть рыбу и рыбу и... А, да, рыбу. Я за рыбой. Короче, мы пойдем искать зимний биом. А как же рыба? Мы нашли снежный биом. В общем, мы нашли такой снежный биом. И здесь мы себя чувствуем, наверное, намного лучше, потому что все-таки это наша среда обитания и... Райм. Чё? Поешь рыбы, а то не вырастешь. Кстати, да, возможно. Ну-ка, надо попробовать. Так, о, я стал крупнее. Неужели рыба настолько полезна для роста? Кушайте рыбку, дети. А, ты тоже вырос. Ты чё? Так, градус. Да, это да. Прикольно, на самом деле. Смотри, я не толстый, у меня просто... Чё ты мне свою задницу тут показываешь? Слушай, это если что, я не толстый, это у меня просто мех широкий. Люблю больших. Я Мото-Мото. Так он же был бегемотом. Какая разница? Смотри, это моя новая подруга. Ага, и как ее зовут? Сергей. Где ты таких подруг нагулял? Но не твое вообще ума дело, и давай, я не знаю, пойдем сейчас найдем какую-нибудь деревню и сожрем всех жителей, как тебе идея? Кстати, Райм, ты когда-нибудь видел, как медведи охотятся и ловят рыбу? Нет. Кстати, как ты поймал ту рыбу? Иди покажу. Окей, бегу. Ну смотри, короче, берешь свои две лапы. Так. И делаешь вот так. А-а-а! У тебя из лап выросла паутина. Ты что, человек-паук-медведь? Вернее, нет, медведь-паук или паук-медведь? Чел-медведосин. Что? И, господи, я чувствую прилив сил. Блин, какой же я все-таки смешной. О, скелетик, ну-ка иди сюда. Так, ты что со мной решил связаться? Ну-ка, иди отсюда. За два удара уложил, понимаю. Ты что такой головный, что на кость набросился? Кстати, да. Ты говорил, у тебя там где-то недалеко деревня есть. Пойдем ее залутаем. И съедим пару жителей. Я думаю, они будут не против. Райм, я нашел две деревни. Одна тебе, одна мне. О, просто праздник какой-то. Так, хочу немного кушать, поэтому давайте убьем пару коровок. Блин, я это могу делать теперь с одного удара. Прикольненько. И поскольку я такой белый медведь, давайте я съем прямо сырое мясо. Почему бы и нет? Можем себе позволить, так сказать, дикие звери. Да, они такие. Ты что, крутой типа, да? Ну, получается, что так. Ну, получается, что так? Ну, получается, что так. Так, что получается? Получается, что не так, да. А, все, ты меня запутал, хватит. Так, градус, я почти взобрался на эту гору. И хоть у меня жопа такая толстая, но тем не менее, я почти здесь. Райм, как ты думаешь, ребята смогут набрать под этим видосом 10 тысяч лайков? Сколько, блин, градус, они соберут 10 тысяч лайков, когда медведь на горе полетит? Да без проблем. А, что? Так, градус, и про эту деревню ты говорил? Да, давай, может мы съедим пару жителей, у нас еще получится эволюционировать. У-ху! А, ну, я думаю, что вряд ли, потому что куда еще больше, мы и так крутые медведи с тобой. Только если в какого-нибудь супермутанта медведя, но я думаю, таких в Майнкрафте нет. Ну почему же? У нас что ни день, то приключения. Так, зомби, лучше со мной не связываться тебе, потому что я все-таки тебе сильнее. О, молния ударила прямо в скалу рядом с нами. Возможно, она в скором времени ударит нас, поэтому надо сделать себе укрытие или спрятаться в домике. Ё-моё, молния реально уже близко. Блин, я на самом деле боюсь грозы, хоть я и такой вот большой мишка. Меня убил крипер. Так, и градус, я нашел нам жертву. Ну, вернее, это моя жертва, ты иди ищи себе другую. Привет, житель. Так, чем ты торгуешь, молодой человек? Если у тебя не будет рыбы... То я тебя сожру. Так, гнилая плоть на изумруд, понимаю. 9 золотых слитков на один всего лишь изумруд, да ты офигел! Градус, господи, что это? Что это такое? Сколько у меня сердец? Что?! Это что? Это я? Вот это я. Вот я... Это ты? Получается, что ты? Что? Подожди, у меня в инвентаре куча всякой фигни. Что это такое? Кристалл льда. Райм, смотри. А! Чего? Подожди, стоп, что? Блин, что это такое? Подожди, это прикольно. Так, я могу дышать льдом с помощью вот этих штук. Блин, ну-ка. Ой, ты меня это самое, не убивай. У меня слишком много хп, понимаешь? Мы даже сильнее... Я ничего не вижу за этим количеством сердечек. Я тоже ничего не вижу, но, понимаешь, мы стали с тобой супер сильными. Даже сильнее, чем Эндер Дракон. Так, отойди от меня, что-то мне бы... Ты меня убил с одного удара. Подожди, попробуй меня убить. Ну-ка, мне даже интересно, ударь меня. Сколько у тебя силы? Ну-ка. Ну-ка, еще раз давай. А, вообще-то ты мне по 0 хп сносишь, господи. Походу ты прокачанее меня. А твоя кожа оказалась стальнее моей, ну типа крепче, там прочнее. И у тебя походу впитывание урона еще есть. Блин, мы реально крутые, посмотри, блин, это, понимаешь, мы стали такими из маленького медвежонка, это просто жесть. Кстати, заметил, мы немножечко похожи на овечку, и вот, кстати, я нашел нашу сестричку. Так, ты Наташку не видела, ну-ка признавайся, ну-ка, эй, ты, да ты, ой, прости,
Я не рассчитал свои силы. Давай заморозим какого-нибудь моба. Я думаю, они сразу умрут. Ну-ка, не, я все-таки хочу поэкспериментировать. Я вижу, овечки вдалеке бегают. Ну-ка, идите-ка сюда. Ты такой грозный, опасный, толстый, медленный. Да. Все вместе. Ну-ка, овечка, сори. Они замерзли! Они замерзли, я градус! Я вижу это. Чего? Смотри, я озера замораживаю. Оп, оп, оп. Чего? А, я думал, лавовое озеро замораживаешь? Не-не-не, лаву, к сожалению, нельзя. Но лавовое озеро мы все-таки замораживать не можем. Окей. Райм, а как тебе идея убить эндер-дракона? Давай. Так, ребята, мы в эндер-краю, я думаю, это будет очень сложно. Мы его убили.